Мэр Магадана Юрий Гришан ответил на вопросы горожан на прямой телефонной линии. Первый звонок с жалобой на управляющую компанию. Жительница набережной 15 не смогла оплатить коммунальные услуги по квитанции, так как офис закрыт из-за мер пандемии. Юрий Гришан созвонился с руководством компании и поручил запустить офис в соответствии с требованиями медицинской безопасности. Интересовало граждан и благоустройство города. Лето началось, магаданцы видят, как ремонтируют дороги и интересуются, когда дорожная техника появится в их дворе. Так магаданка пожаловалась на ямы и ухабы на Березина 17Б. Сейчас там лужи и есть значительные трудности в перемещении. В этом году этот адрес в планах дорожных служб. Сейчас мы работаем на Пушкина 7, делаем подъезд к городскому кладбищу на 14 километре, делаем ямочный ремонт в городе. И вот так постепенно мы подойдем и к тем дворам, которые в планах благоустройства обозначены. Серьезная работа идет и в рамках программы БКД 2.0. Вот, но я еще раз говорю, что все постепенно, примерно до 20 сентября, мы всегда укладываем асфальт, поэтому лето, если будет такое, как сейчас, оно позволит нам все сделать. Летом 2020 года в Магадане отремонтируют не только дворы, но и дороги. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновят проезжие части по улице Ленина и Парковая. Также до конца осени приведут в порядок 8 дворовых территорий. Подробно ознакомиться с планом по благоустройству города можно на сайте мэрии Магадана magadangorod.ru.